Добро пожаловать на канал HardRZ.info. Это телефон HomeTom H16. И сейчас я покажу вам, как на этом телефоне сделать следующее. А именно, как раздать интернет с помощью этого телефона. Итак, для начала вам нужно зайти в приложение настройки. Затем вам нужно нажать еще режим модема, точка доступа Wi-Fi, первый пункт, и можете ее включить. Поздравляю, вы включили точку доступа Wi-Fi. Сейчас можно ее настроить, то есть пароль, да, изменить. Вот, можно показать, вот сейчас стоит такой, он сгенерированный. Можно вписать свой, не знаю, пусть будет Q, 8 символов должно быть обязательно, не меньше. Вот. И после того, как вы вошли, да, то есть вы его включили, теперь мы видим сверху значок, что наш телефон сейчас раздает Wi-Fi. Вот и все. Для того, чтобы выключить его можно при помощи настроек, только, да, то есть нужно опять перейти в настройки, затем нажать еще, нажать режим модема, точка доступа Wi-Fi и выключите. Вот как-то так. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!